Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хочу сделать уже давно макияж Харли Квинн из фильма «Самоубийцы», по-моему, не помню уже, поправьте, если что. Я уже нанесла тон, и сделаем мы ее мейкап, естественно, это не будет точь-в-точь, я не пытаюсь там супер-пупер повторить, просто я хочу образ такой попробовать сделать, свои я не буду красить, я купила парик, уже его подготовила. Итак, у Харли у нас основа есть, у нее в основном все было на тенях. Я беру кисточку, мою любимую с Алиэкспресс, я теперь ее обожаю, она вообще все рисует за меня. И у нее слева было голубое, справа было розовое или красное, непонятно, да? Тени у нее были нанесены небрежно, размазано как-то. Поэтому мы так же сделаем. Вторая сторона у нас была розовая. Давно хотела пофоткаться вот в таком макияже. Просто было бы классно, конечно, с моими волосами все это сделать, но что-то я не хочу их так портить мейками сейчас. Я, кстати, не смотрела даже фильм этот еще. Что мне не до этого. Но мне образ ей очень понравился. Кстати, кто смотрел, скажите, ну не рассказывайте только мне, пожалуйста, там про что, да, потому что я не люблю, чтобы крали впечатления, а то потом буду смотреть с вашими. Ну просто скажите, там понравился или нет, вот, например, да, вот как-то так. Мне интересно моим подписчикам, кто смотрел, как-то. Так, вот у нас второй глаз получился. На скорую руку называется, Харли Квинн на скорую руку. Бровки, стрелочки нарисуем, фломастером таким нарисуем. Супер мега жирные стрелки получились. Но у меня не будет накладных ресниц, поэтому я думаю, нормально. Темные тени сверху. И тушь. Накрасили реснички и красные губы. Кстати, из детской косметики. Также не забываем про ее татушку. Вот такое сердечко. Еще, конечно, она у нас была здесь какая-то у нее надпись, но мы не будем ее рисовать. Сейчас я уберу все волосы и будет все завершено. Итак, вот что у нас получилось. Конечно, парик у меня светлее. И, в общем-то, она была без челки у нас, вы помните, да? Ну вот, что получилось. Мне кажется, что очень даже ничего, да? Главное, мы выдержали с вами все цвета. И сейчас я буду передавать привет, но без парика. Сейчас что-нибудь со своими волосами придумаю, но в этом мейкапе. Так что эксклюзив. Парик, конечно, стрёмненький. Но на один раз для одного видео я его взяла. Итак, кому понравился мейкап Харли Квинн на скорую руку, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Мы с вами увидимся в следующем видео. А сейчас сигны для моих подписчиков. Блин, ничего не надувается. Я должна это сделать. Короче, у нас Харли с кипельно-белыми волосами, выжженными, с челкой, без надписи, и не умеет надувать пузыри. В общем, с вами была Селена Свей. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Я знаю, так-то лучше. Сейчас будем передавать приветы. И первый привет Олечке. Следующий привет для Иришки. Следующий привет Даши Крейзи. Следующий привет для Кристины. И привет для Smile Planet.
Ну все, мои хорошие, на этом закончили сигнал. Кто не получил в этот раз, смотрите в следующих видео. Те, кто получили, делайте репосты, скриншоты, делитесь со своими друзьями. А я с вами увижусь в следующем видео. Пока-пока.